better let me know. Take the PCH home, put some X and O's. Pour the juice, we gon' set the tone. Let's get it on now. Two bucks on the back top. Last time it's cold. After school, hooking up in your drop top. It's cold. She can find wipes inside. The town goes by. I never left my mind. Stop, let's go. Добрый день, уважаемые слушатели. Приветствую вас от лица Центра развития и поддержки предпринимательства. Это Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Сегодня мы проводим онлайн-семинар с пионером и лидером фэшн-тек-индустрии, это Снежаной Подериной. Семинар называется «Тренды развития сферы моды, технологии, рост интереса к индустрии после пандемии». К сожалению, Снежана немного задержится, поэтому я расскажу вам про Комитет по промышленной политике, про наши проекты и про наш проект в сфере индустрии моды. Может быть, вы что-нибудь слышали про нетворкинг-форум Fashion Практика? Кто-то, может быть, принимал участие? Это если вы интересуетесь сферой индустрии моды, если вы начинающий дизайнер или вы просто интересуетесь локальной модой, то Центр развития и поддержки предпринимательства ежегодно проводит такой вот глобальный форум. Как правило, у нас у форума, у каждого форума есть хедлайнер. В прошлом году это был Александр Рогов, и мы проводили финальное мероприятие в точке в Ткачах. И в этом году хедлайнером был Артем Кривда. В этом году, поскольку вот пандемия внесла свои коррективы, форум был в онлайн-формате, но это был необычный онлайн-формат. Это были как записанные такие на хорошие камеры видеолекции, качественные такие видеоуроки. То есть к нам приходили в студию записываться наши спикеры, и это был очень удобный формат для ознакомления. Эти лекции, образовательные лекции, в том числе выступления Артема Кривды, Алины Чичиной, Сеттерс, можно посмотреть на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства. Также у нас там есть определенная специальная вкладка для тех, кто интересуется фэшн-индустрией города. Это государственная поддержка фэшн-предприятий города, fashioncrpp.ru. Если кому интересно, я могу оставить эти контакты или ссылки, или всем зарегистрировавшимся участникам выслать материалы, информационные материалы по сайту, по порталу, именно вот все, что касается фэшн-индустрии, наших мероприятий. Если вы дизайнеры, начинающие дизайнеры, вы можете оставить, заполнить каталог и войти в каталог, опубликовать там свое портфолио или ознакомиться просто с портфолио дизайнеров. Также у нас стартовал новый проект, вот и Снежана подошла, который называется «Жизнь. Мода. Театр». Это проект, поддерживается государством и подразумевает собой фотосессии. Фотосессии дизайнеров, опять-таки, с культурными брендами Петербурга, это театры. Вот. Тоже можно будет ознакомиться, если хотите, я пришлю ссылки. Сейчас, наконец-то, я передаю слово Снежане, и она снова напомнит о теме, с которой она будет выступать. Спасибо большое, всех приветствую. Чуть-чуть опоздала, так рада видеть столько людей после пандемии, все в масках. Удивительные времена вообще. Очень рада здесь находиться. Интересно, здесь дизайнеры одежды или все вперемешку? Есть дизайнер, целевая аудитория, смотрю туда. Меня зовут Снежана Подерина, я дизайнер одежды и носимых технологий. То есть я совмещаю моду и технологии. Сегодня будем говорить о носимой электронике, трендах в моде,
до пандемии и после. У нас жизнь поделилась теперь, вот до и после. Сегодня говорим об обоих. Так, все, научусь этим пользоваться. Мое первое образование — это защита информации, программирование. Я училась в ИТМО. Дальше я поступила, решила сменить специальность и поступила в Parsons School of Design в Нью-Йорке, вот, где, собственно, занималась модой. Я совмещаю 3D-печать с ручной работой. То есть вы можете видеть, вот там самая правая картинка, 3D-печатная спинка у платья целиком. То есть это был первый кейс использования 3D-печати в моде в России. Вот интересный кейс. Если у вас среди вас есть дизайнеры, то можете тоже думать, как использовать какие-то знакомые уже существующие технологии и привносить что-то новое в вашу индустрию. Вот. Поговорим о что такое вообще технологии в моде. Вот часто, знаете, когда слышат fashion tech, сразу представляют сенсоры, роботы и так далее. Вот. На самом деле мода всегда была одной из самых технологичных индустрий, потому что еще если помните, ну вы, наверное, не помните, вторая технологическая революция, очень давно, когда появились мануфактуры, то есть, в принципе, технологии, они внедряются в моду наиболее быстрым образом. Так же, как сейчас происходит со спортивной одеждой. То есть, если знаете, то спортивная одежда сейчас самая технологичная, потому что там используются потрясающие материалы с кучей свойств, функционала, но при этом это абсолютно носибельно. Вот, хотела бы вам в качестве примера рассказать про выставку Monosex Machine Fashion and Nature Technology. Эта выставка проходила в Нью-Йорке в Метрополитен музее. Может быть, знаете, раз в году проходит Met-гала, наверное, слышали. И каждый год они придумывают какую-то тему, которая становится трендом на весь последующий год. То есть там иногда бывает там Китай, еще что-то. Вот, была мода в эпоху технологий. Но что интересно, создатели этой выставки, там, Анна Вентур и ее кураторы, они подошли к моде не с точки зрения внедрения сенсоров и так далее, а посмотреть, как сейчас технологии, в принципе, влияют на создание одежды. И вот что интересно было, вот эта мантия была создана прежде всего эскизом Карла Лагерфельда, просто нарисовал на листочке. Далее искусственный интеллект сделал из этого полный паттерн, и машины это вышили. А потом люди вручную расшили это кристаллами Сваровски. То есть получается здесь использовались технологии, там машины, искусственный интеллект, но при этом это все равно ручная работа, и она абсолютно такая же по трудозатратам, наверное, даже больше, учитывая все. Вот. И это был в основной упор выставки. И здесь вы можете видеть работы Айрис Ван Херпен. Если кто-то следит за сферой фэшн-тек в целом, то Айрис Ван Херпен, она, конечно, произвела фурор своими работами из силикона, 3D-печатью. А какой секрет у Айрис Ван Херпен, почему такие сложные работы, вот эти две или три? Она использует коллаборации, то есть она постоянно коллаборирует с учеными, с химиками, с физиками, программистами, архитекторами. Кстати, архитекторы вообще на передовой моды находятся на самом деле. Вот среди вас нет архитекторов? Нет? Жалко. Архитекторы прям... Потому что сейчас, чтобы сделать что-то стоящее, особенно на мировом уровне, нужно соединять несколько дисциплин. То есть, в принципе, тренд на интердисциплинарный дизайн, он уже возник, и он будет сохраняться еще в течение многих лет. То есть, если у вас есть несколько интересов, то всегда их можно соединять между собой несколько абсолютно разных сфер, вот, чтобы быть конкурентоспособным на мировой арене. Далее поговорим о таких более интересных с этической точки зрения, вот и очень бы хотелось ваше мнение узнать. Интересный кейс, художница Тина с непроизносимой фамилией, да, Тина,
Она взяла вещь из коллекции Александра Маквина, жакет, внутри которого была вшита прядка его волос. Ну, такой вот был шаг у дизайнера. Она выделила ДНК из этих волос и вырастила искусственную кожу с ДНК Александра Маквина. Потом она из этой кожи сшила жакет, сумки, может быть, даже обувь. Вот. Даже больше, она запатентовала право на использование ДНК Александра Маквина. Как художница, для чего она это сделала? Во-первых, показать вот эту этическую проблему, которая скоро будет еще более актуальной, потому что вообще рынок ДНК, он сейчас в Америке очень растет. Может быть, знаете, есть сервисы, где посылаешь свое ДНК, и тебе показывают всю твою родословную вплоть до древних времен. Вот. И она указала на недостаток юридической системы и этической. Такие вопросы. Кому принадлежит ДНК, если оно лежит само по себе? Вот вы нашли там жвачку на улице, а можно использовать этот ДНК или нельзя? Вот. А юридически, потому что не прописано в законодательстве ни одной страны, что можно или нельзя патентовать чужое ДНК. Вот. То есть это интересно, это художественная акция. Вот. Причем ее поддержали еще другие художники, я, к сожалению, не помню их имен. Они находили жвачки на улице, там волосы, ну, в общем, образцы ДНК. Воссоздавали компьютерно, с помощью медицинских технологий уже существующих, как выглядели лица этих людей, печатали на цветных 3D-принтерах и вывешивали в галерее. То есть где-то тоже вопрос к тому, кому принадлежит ДНК. Причем, казалось бы, причем здесь дизайн, мода и так далее. На самом деле выращивание тканей с помощью ДНК – это очень актуальная тема. Кожу можно выращивать из ДНК коровы и в лабораторных условиях. То есть есть стартапы уже в Америке, которые этим занимаются. Там огромные инвестиции. Единственная проблема – очень маленькие кусочки пока что. Очень медленно. Вот. Но будущее за этим. А потом студенческие проекты видела, где ДНК осьминога также выделялась и использовалась при выращивании тканей, прямо в студенческих условиях, в лабораторных. Вот, так что тоже такой интересный момент. Носимые технологии. Вот, теперь мы поговорили о моде и технологиях, как использование именно технологий в производственном процессе. Вот, а теперь уже ближе к электронике, роботам, киборгам и вот этому всему. Прежде всего, носимые технологии — это то, что позволяет нам либо снимать какую-то биометрику с тела, сенсоры и так далее, либо как-то помогать нам в жизни. И, в принципе, носимыми технологиями в таком широком смысле называют не только электронику, но и продвинутые ткани, которые позволяют вам, допустим, охлаждать тело или греть, какие-то меняющие цвет, то есть такое тоже есть. Интересный тренд, вот тут вот про что. Тренд к тому, что, может быть, вы помните, лет 6-7 назад носимые технологии были постоянно на слуху, вот wearables, проект Google Glass, очень распиарили этот термин, но выглядело оно все равно очень так, по-гиковски. То есть я думаю, что там ITMO, Bonch, вот они вот ценители. Но общей аудитории это не зашло. То есть люди все равно хотят носить что-то красивое. И вот здесь как раз работа дизайнеров, архитекторов, она очень важна, чтобы вот эту вот идею, функционал завернуть в какой-то более такой эстетичную оболочку. Вот здесь вы видите уже новое поколение носимой электроники, которое шифруется под просто премиум, лакшери продукты, аксессуары. То есть сейчас, если выходят новые умные часы, они уже не выглядят как трансформер на руке. Это уже нечто более традиционное, из дорогих материалов, но при этом функционал спрятан внутри. Вот такой тренд существует. Далее такие более экспериментаторские проекты. Допустим, справа вы видите, это костюм для занятий пилатесом.
В нем встроены сенсоры, которые отслеживают местоположение в пространстве. И вам, когда вы занимаетесь, делаете какие-то упражнения, оно вам присылает уведомление, если вы неправильно делаете движение. То есть это опыт встроен абсолютно, как сказать, бесшовно. То есть вы не нажимаете никакие кнопки на себе, не достаете клавиатуры, вы просто занимаетесь и видите свою статистику, правильно или нет это делаете. Вот. И с пуантами для балета то же самое. То есть это пуанты, которые следят за вашими движениями. И есть приложение, которое учит вас танцевать, вот, если вы любите вдруг. Очень интересно, причем проект такой достаточно легко сделать самостоятельно, вот, при желании. Такие более уже эстетические проекты, то есть здесь меньше функционала, это просто как дизайнеры в целом используют технологии в своих работах. То есть это и лазерная резка, светящиеся элементы, вот, и так далее. Интересный проект с точки зрения коммерциализации, потому что у вас, наверное, есть вопрос, а что с этим всем делать, электроника, везде приклеены лампочки. Вот. Кстати, первое предложение всегда LED-лампочки вставлять, вот. Не надо так делать. Проект Levi's и Google — это первая коллаборация, которая в носимой электронике стала реально массовой, и вы можете это купить и носить. Это работает. Это умный жакет, в котором вплетены кондуктивные нити, которые проводят электричество. Все микросхемы, они прямо вплетены в ткань. То есть вы их не чувствуете, там нет каких-то проводов и модулей, но при этом вы можете там прикоснуться к рукаву и переключать данные на своем телефоне, приложение. И так далее. У них была очень интересная реклама с байкером, который едет на большой скорости и отвечает на телефон, просто касаясь своего рукава. Вот. То есть это внедрение электроники уже на таком более массовом уровне. Вот, кстати, если есть вопросы, вы обращайтесь. О, это один из моих вообще любимых проектов, экспериментальный, от архитектора Бинас Фарахи. Она сделала проект, в котором создала ткань, которая движется абсолютно органическим способом, без использования моторов. Там нет сервоприводства, она возвращается в это положение медленно и абсолютно органично. Есть недостаток, она греется, и столы горят в целом. Еще что интересно, здесь 3D-печать использовалась, и видите, вот черное и белое. Эти материалы с разной плотностью, и при движении она рассчитала абсолютно точно, как именно будет сжиматься этот материал за счет разницы плотности. То есть можно контролировать движение материи, материала с помощью расчетов. Вот. Из похожих интересных проектов, это уже был мой проект, мы делали коллаборацию с Intel, и мы тоже использовали Shape Memory Alloy, чтобы сделать одежду, которая тречит положение на Google картах или в Google календаре можно что-то вводить, и изменяет форму одежды в зависимости от ваших задач. То есть из оверсайза жакета делает его приталенным и так далее. Вот, ну такой экспериментальный проект был, да, мы сожгли два стола, как я упоминала, это личная боль, вот, ну, такое направление. Вот, кстати, очень развивается эта технология, и в целом большие компании, они заинтересованы в том, чтобы применять эти технологии каким-то необычным образом, в том числе в студенческих проектах. Немножко фотографий. Вот, это выглядело. Еще один проект из моих, это уже в сторону искусственного интеллекта. Как можно использовать искусственный интеллект в моде? Я и мой коллаборатор Никита Реплянский, мы сделали корсет, напечатанный на 3D-принтере, который, работая на искусственном интеллекте, помогает физической реабилитации. То есть этот корсет меняет свою жесткость и степень поддержки, основываясь на данных от врача, либо от заданной программы в приложении.
Вот, но тут что интересно, мы этот корсет решили вывести из контекста медицинских девайсов и сделать его модным, то есть ввести в новый контекст. Для чего? Чтобы убрать стигму медицинских приспособлений. Потому что, как вы знаете, когда вы слышите ортопедическая одежда, вы всегда представляете какие-нибудь там бежевые корсеты с костями. Я смотрю, у некоторых в глазах, да, вот оно самое. И мы решили это вывести в уровень именно модной индустрии, и, кстати, весьма работает. То есть люди интересуются, так же, как вот носимые технологии, когда это выглядит как нечто красивое, эстетичное, то это не вызывает такого отторжения. Очень такая вот мысль. Чтобы подать этот проект, мы делали сначала все в 3D. Вот. Это, кстати, нас отсылает к другому тренду 3D-модели и 3D-аватары. То есть, насколько вы знаете, сейчас уже, в принципе, не обязательно иметь модельное агентство, можно создавать 3D-аватары, которые будут демонстрировать вашу продукцию без использования людей. Ну, соответственно, это делали. Вот здесь можно видеть схему. То есть так, в принципе, выглядят проекты при подаче их на конкурсы, гранты и так далее. Вот. Тут, соответственно, и материалы используются разные. Вот если вы посмотрите на вот этот сам скелет корсета, вот экзочасть, там есть градиент от черного к прозрачному. Это такая же идея, как у архитектора Бинас Фарахи, что при использовании материалов с разной плотностью мы можем достигать какого-то необычного движения. То есть не просто пластмассовые детали, а именно делать это более функционально. Вот. Нет дальше слайдов. Но про пандемию хотелось бы сказать. Вот как вы думаете, какие есть, ну что изменилось в этой индустрии с пандемией, помимо того, что там все набрали 10 килограмм? Есть какие-нибудь. Согласна, люди вообще не нужны больше. Да. Очень актуально. Ждем на Wildberries скоро. Вот. Вот, да. И поэтому теперь мода идет в сторону удобства. Сейчас просто люди сидели дома, они привыкли ходить в пижамах, там, в тапочках, и сейчас актуальные спортивные костюмы, такие оверсайз вещи, кроссовки. Ну, они всегда были актуальны, но сейчас еще больше. Все, пока. О, еще. Я вот поэтому слайды не делала. Я сразу поняла, что, в принципе, вы скажете все, да? Еще где-то вот в начале пандемии Алена Ахмадулина, она выпустила коллекцию таких вещей, которые нельзя носить в жизни, но ты просто покупаешь вещь, и она интегрируется в твою фотографию, потому что мы очень много вещей покупаем лишь для фотографий в социальных сетях, и вот она такое сделала, но она была не первой, еще до пандемии это сделали Zig & Yoni, насколько я знаю. Вот так. Ой, спасибо большое. Вот все, назвали все главные тренды, да, то есть, что интересно, с началом пандемии, ну и вообще вот с течением этого карантина, все те, кто привык работать с физическим материалом, все кинулись в диджитал, то есть в цифровое пространство. И огромную популярность набрало 3D-моделирование, то есть это как раз одежда без людей, одежда, которая, вот абсолютно правильно заметили, то есть раньше, ну и в принципе, одежду, какие-то шоу-луки, то есть когда я говорю шоу-луки, я имею в виду какие-то необычные
То, что не наденешь в жизни, но хотелось бы на фотографии. Покупали на один раз, сдавали, вот эти все нехорошие люди. Вот. Да, теперь это делается в 3D, продается. Причем фэшн-бренды большие дома, они это подхватили. На самом деле это были маленькие студии, тоже начиналось с архитекторов. Вот. И да, это теперь пользуется популярностью и продается. Тут есть другой тренд. Поскольку сейчас создается так много 3D-контента, то сейчас появилось слияние 3D-искусства и криптовалют. То есть сейчас арт, вообще работа, они продаются за крипто-токены. Вот. Очень интересный тренд. То есть сейчас очень много художников, очень там, известных, популярных и талантливых, они стали продавать свое искусство через криптовалюту, через блокчейн. В чем смысл? В том, что вы продаете какой-то экземпляр, ну, своего искусства, и он точно принадлежит покупателю. Это находится в распределенной базе данных, и это нельзя подделать. Вот, то есть подлинность можно всегда проверить. Но есть такой вопрос этичный, чуть менее этичный, чем с ДНК Маквина. Но если вот сейчас такая волна популярности, и за каждую работу платят там, $1000, то что будет с искусством и ценой на искусство, когда пройдет эта волна популярности? Потому что, насколько вы сами знаете, работы художников, они оцениваются либо очень часто обществом, либо никак, либо очень много. И сейчас как раз художники получили эту возможность продвигать свое искусство за то денежное вознаграждение за время, которое вы в это вложили. Вот такой интересный тренд. Да. А насчет удобной одежды, согласна. Продажи пижам, стройматериалов для дома вот, и вот этого всего очень подросли. Вот. Ну, пожалуй, все. Хотелось с вами поговорить насчет трендов и куда это будет двигаться. Интересно узнать ваши мысли насчет будущего. Как вы думаете, что будет дальше и куда это может вообще привести, если есть такие идеи? Ага. Спрашивает зритель, подскажите, пожалуйста, где почитать про выращивание кожи? Ведь кожа – это сложный многослойный орган. Интересно, это технически как делать? Спрашивает наш телезритель. Дорогой телезритель, мне кажется, можно обратиться к химикам. Ну, то есть я бы начала, если изучать это помимо интернета, то создать коллаборацию с химиками и с лабораториями, которые у нас имеются. То есть пока у нас в институтах, в университетах, посвященных дизайну, возможно, нет химических лабораторий, оборудованных для выращивания, вот, то, мне кажется, можно было бы поднять этот вопрос и какой-то собрать комьюнити, кому это интересно. Потому что иностранные стартапы, которые этим занимаются, они очень закрыты, потому что у них это очень перспективная область, и там огромные инвестиции, и, соответственно, все рецепты, они охраняются. Вот. Но при этом информация все равно есть в открытом доступе. Читайте на английском. На английском есть. Спасибо большое. Ладно. Виртуальной одежде, как вот озвучила сейчас коллега, как вы считаете, вот у этого будущее есть, вот виртуальная одежда? К нам в центр обращаются предприниматели неоднократно уже за мастер-классами вот по созданию виртуальной одежды. То есть, наверное, они вот видят в этом какую-то перспективу. Как вы считаете, насколько это вот нужно, необходимо, прагматично, есть ли у этого успех? Крайне поддерживаю виртуальную одежду. На самом деле, вот после пандемии появился этот интерес, что с ним теперь делать. Да. Виртуальная одежда, сейчас это будет звучать очень, виртуальная одежда существовала всегда. Компьютерные игры, фильмы, там одежда была, в принципе, виртуальной, по большей части, особенно в играх. Вот.
Показы, первые 3D-показы появились примерно, наверное, в 2004-2005, ну, из таких известных. Вот. И сейчас это доходит уже до какого-то массового потребителя. На самом деле для бизнеса есть хороший вариант использования. Это использование 3D-одежды для проверки спроса на модели. То есть, к примеру, можно сделать коллекцию там, из 20 луков, что, в принципе, очень дорого. Вот. Но можно сделать это в 3D, проверить, какие модели нравятся, какие не нравятся. Ну, обычно это там, 20 на 80, да, то есть 20% нравится. И, соответственно, вы можете именно их запускать уже в продажу, ну, вообще в пошив, закупать материалы. То есть вот такой вариант очень хороший. А вы знаете, а это вот как совсем, если вы сами научитесь, это бесплатно. На самом деле этому можно научиться, это не ракетостроение. Нет, можно, то есть это в принципе, сейчас много курсов появилось на эту тематику. Вот, можно научиться. Стоит это все равно дешевле, даже заказать у кого-то, потому что ткань, пошив, логистика, площади, которые вы арендуете, то есть все вместе, это все равно будет дороже. Вот. Плюс с материалами у нас такая ситуация, что вы не всегда можете быстро заказать себе. Если работаете с импортными тканями, особенно там с Азии, то есть вот этот как раз, допустим, месяц или два логистики, которые вас занимают, вы можете как раз проверить вашу аудиторию на принятие тех или иных моделей. Видите, это очень субъективно, потому что это просто спортивная одежда, она сейчас она на хайпе, это то, что мы видим, а на самом деле бренды никуда не делись, то есть мода настолько многогранна, столько ниш, направлений и брендов, что на самом деле я бы не сказала, что технологичная, популярная настолько, насколько мне хотелось бы. Вот. Но вот, как я вам показывала выставку с Метрополитен музея, там же, я даже верну, там же все в целом так или иначе с использованием технологий сделано, то есть и 3D-печать, Шанель представляли там коллекцию из 3D-печатных жакетов целиком, но расшиток кристаллами Сваровски вручную. То есть нет, на самом деле, если внедрять технологии не в лоб, там, делая стритвер, ну, унисекс одежду и так далее, а делать это как один из методов производства. То есть, допустим, вы используете машинки швейные, вот у вас есть там прямострочная, есть распашивалка, а есть 3D-принтер, он такой же инструмент. Спасибо. We got a new sweat time on me. Name me.